Ну, собственно, не заканчивается наш хит-парад по Слендеру, друзья. И сегодня мы будем ходить в заброшенной школе под названием Slender Elementary. Нихуя не страшно, потому что с вами я, а значит, нам нечего бояться, потому что Слендер — это всего лишь нарисованный персонаж. Найди 8 Тедди Мишек. Что, простите? Правильно, вы не ослышались. Медвежат надо искать. Медведь. Демотиватор. Окно. Окно, а? Ну, хорошо. В общем-то... Ех, ни хрена себе, это что такое, рука что ли? А что его так колбасит, слышь? Смотри, как его колбасит, ни хрена себе. Нифига, это медведь? Вот это номер, вот это чья такая клешня здоровая? А тут тоже можно откладывать личинки? Нет, нельзя. О, медведь. Кто это тебя так нахлобучил-то? Блять, никакого хуя. Лампочка лопнула. Пискис. Чего это такое? Что такое 8 пискисов? Ну ладно. Идем. Чам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-парам-па-пам-пам-пам. Так, по-моему, мы прошли. Ладно, побежим. Все говорят, в Слендере бегать нельзя, бегать нельзя. Что там хоть за окном-то, Кто вообще распространил этот слух, что в Слендере нельзя бегать? Якобы он нас сразу достанет. Блять. Все, все, я понял. Я тебя понял, я ухожу. Я бегать хочу от тебя. Что тут такое? Ты где там? Стой вот там, не уходи. Так, что тут такое? I am coming for you. Я приду для тебя. О, боже, Слендер, это так мило. Спасибо тебе большое. Но я как-то сам уже, знаешь. И без тебя могу справиться, родной мой. Дорогой. Слендер золотой. Так, ну, знак Слендера. Не знаю, я почему-то его называю знак Слендера. Кто тут обкакался немножечко? У кого-то Critical Days. Блять, это чё? Откуда ты нарвался прямо на него? Ты посмотри, а? Стоял, паскуда. Чё ты там вообще встал-то? Так, ладно, здесь нас могут пугать Слендером, лампочками. Я так понимаю, и вроде как все. Тут кто? Это... Слендер, короче, учиться пришел, я понял. Вон стоит. А мы пришли ему, короче, эти учебники. О, еще один медведь. Дай медведя. Вот, хорош. Писис. Это вообще части, что ли? Типа собрано частей. Знаю я эту игру прекрасно. Тут есть одно место такое, в которое, если зайдешь, то уже отсюда не выйдешь. А это место, это длинный коридор. В конце которого медведь. И там, если этот медведя этого не возьмете первым или последним, то считайте, что вы проиграли, потому что... Ебать. Сука, Слендер, ты кровожаден. А вот и, собственно, этот коридор. Нет. Нет, это не он. А где ж тут коридор? Странно, очень странно. Ну хорошо. Ладно, мы идем. Мы куда-то с вами сейчас придем. Надеюсь, он тут нигде так резко не появляется. Вот еще тоже. Михалыч, я буду называть вас Михалычами. 4 из 8 Михалычей мы нашли, ништяк. Косолапыч. Где? Чего нас так трусит-то, я не пойму, чувак, ну. Да не бойся ты, прям как в Аутласте. Того тоже трусил, как дурака. Чего там? Я найду тебя, I will found you. Я, короче, тебя найду. Ну, как тебе сказать, ты пока меня не нашел. Пока не нашел. Вот кто-то в туалете явно там у кого-то бомбануло нехило. Ладно, это все фиговые шутки, потому что это не смешно. Вообще не знаю, что бомбануло, это откуда вообще взялось. Так, ладно. Опять медведь проткнутый. Так вот где такие шипы вообще берутся? Давай еще. Откуда берутся такие здоровенные шипы, на которых медведь насажен? Это вообще додуматься, конечно. Я понимаю, там
А, вот ты как. Подожди, дай попью. Все, спасибо. Так, ты отстань. Ты, блядь, где? Вон ты, все, отстань от меня. На это другой корпус, да, я надеюсь. Тут как кроме как бежать, ничего нельзя делать даже. Очень скучно. Ты там стой, вот учись. 60 FPS у меня стабильно. Надо же, и в игре, и фрапс показывают, как интересно. Блять, это чё? Я на математику не пойду с тобой, ты плохой. Все, я учиться с тобой не хайду. Не хайду? Да, вот именно что не хайду. На хайду. Слендер, на хайду. Нахуйду. Потолок, блядь, давно прогнил. Ты бы хоть ремонтом занялся, я не знаю. Ты, блядь, ходишь, людей пугаешь. Ты, блядь, стань человеком, блядь, а то совсем уже разленился. Только вот, пугаешь, да съем. Да кого ты съешь-то? Я тебе зачем бумагу-то приношу? Чтоб ты тут стены хотя бы... А медведь, сука, нихуя себе он сзади, твою мать. Он пихнул просто сейчас в бочину, просто пропихнул сейчас. Это он, короче, обиделся, да? Ай, ладно, все, чувак, я больше не буду шутить по поводу тебя, а то я вижу, ты бьешься, прям толкаешься, так типа, уйди нафиг отсюда, что ты такой толстый. Ладно, с тобой мы, в общем-то, друзья будем, хорошо? Да, так, я тебя видел, все, ты не сможешь от меня спрятаться, я тебя видел. Блять, беги, чертов дурак, давай. Не, только не поймай меня. Ой, ты только не. Да че я хожу по кругу? Вот. Возьми, короче, какую-то дубинку, кинь в него. Он рассердится и уйдет. Скажет, мам, меня в школе побили. Мама, спаси меня, меня обижают. Будешь как Эрик Карпман. Что-то замки какие-то ненастоящие. Да куда же идти-то, я не пойму. Тут keep out, типа, не входить или что такое, прочь отсюда, не знаю. В общем, не желает, чтобы мы туда входили. Так, вот здесь я был, я не помню. Вот эта, кстати, часть довольно-таки нетрудная, если знать, где эти медведи все валяются. Это вроде как Слендер тут при 5 медведях, или сколько там медведей, не особо-то на нас кидается. Блять, да я здесь был же уже. Тут математика со Слендером проходила. Блять, пидорас, ты посмотри, напугал-то, ёб твою мать, а говно какое, сука, страшное, блядь. Из ниоткуда, он просто из ниоткуда. 5 из 8. Давайте повторим. Твою мать, ебучий микрофон. Сейчас еще разочек пробежимся. Поймает, так поймает. Ой, Слендер, ты такой скучный. Эти все старые игры про Слендера, они настолько скучны. Я понимаю Arrival, вот это да, вот это реально, и графика, и сюжет, ух, там вообще сюжет офигенный. Кстати, если кто хочет, то я могу поиграть, но только если вы попросите. Просто так я не хочу играть в него, если только по просьбе. А, это при нажатии кнопки там открывается, короче, FPS игровой, я так понял, да? Хорошо. Ладно, где там, короче, со своим этим Тедди Бирс? Тедди Бир? И это все, на что ты способен? Фраза из одного смешного мульта. Кстати, все, наверное, его знают. School 13 есть такая, такой канал, даже, не знаю, группа ВКонтакте. В общем, офигенно у них ролики смешные. Я помню, еще в школе смотрел, угорал. Да, это, конечно, шедевральные мультики. Без мата, но сделанные на высшем уровне. Так что, кто тут? Есть кто? Да кто там топчется-то сверху? Хватит уже. Дайте мне поучиться спокойно найти медведей. Блять, лампочка, ну ты охуела в край. Вот тут я проходил, тут же не было этой фигни, да? Они что, рандомно, что ли, появляются? Сейчас Слендер придет, учиться захочет, скажет, Скайлайн, ты чё тут ходишь-то? Давай посидим, книжки почитаем. Где медведь-то? Должен быть медведь на рог насажен. Я бы ржал, если бы он не на пузо как-то так проткнут был, а на жопу насажен, на большой рог, так жопой медведя. Это ж пиздец. Было бы реально смешно. И где тот длинный коридор? О, тихо. Чуть не пропустил, пошли со мной.
Может, Слендеру просто не хватает ласки, он хочет, чтобы мы были няшные с медведями, а убивает нас, потому что мы недостаточно няшны, как обычно бывает в разных фильмах. Ты не идеален, ты должен умереть. Так, что там у нас? Какие коридоры-то странные, да? Вроде такая стена тут, а такие коридоры, блин, сдуреть можно. Я сейчас чихну, ёб твою мать. Эчхи, блядь. Извините, пожалуйста. Я просто немножко приболевший. Еще со времен Outlast'а. Привет, чувак. Я тебя не боюсь. Ты не страшен. Страшен лишь тогда, когда респишься прямо возле морды. И такой типа, привет. А я тебя нашел. А ты со мной в прятки играл, я нашел. Куда же идти-то, ёб твою мать? Здесь я вроде не был. Давайте за доску спрячемся, может он нас не найдет. А, тут проход, надо же. Как повезло-то. Постоянно какие-то... О, вот тут я не был. Медведь, привет. Бля, посмотри, какой он охуенный. Слендер, медведь-то идеальный вообще-то. А, музыка заиграла. Как я люблю эту музыку, она почему-то... Не страшная, скорее такая атмосферная, но с ней намного приятнее, потому что она как-то создает эффект такой какой-то, я не знаю. А проход, по-моему, вот там находится, если я не ошибаюсь. Вот вроде здесь, да? Но здесь труп. А где? Вот тут должен быть проход. Вот один из таких коридоров. Вот ты идешь так до конца, а там, короче, медведь и Слендер такой, типа, здравствуйте. Или вот этот коридор. Нет, нет, это все не то. А где ж тогда? Что ж тогда где? Ой, бля. Вообще пиздец, походу. Да хватит уже, блин. Где? Ну, привет. Я, в общем-то, не сомневался, что ты за мной придешь. Это, короче, продленка. Все ж, наверное, оставались в школе на продленках. Когда Слендер к вам... Блять, какой Слендер? Когда родители вас обычно забирали со школы, вот. В общем-то, вы сидели там, возможно, с друзьями, все же, наверное, многие так делали, в общем. Оставались после школы, блять, и Слендер, ты сзади, но ты вроде так далеко. Короче, вы поняли, да? А мы тоже остались после, как вижу, после продленки, вон даже дерево крови, она нас же... Ех, ни хрена себе! Слендер, ты чё учудил-то тут, а? Медведь, ёб твою мать, медведь, 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 привет, привет. Ты там, в общем, стой, да? А я тебе, короче, медведей собирать буду. Да, хорош, уйди. Не страшно ни хрена. Ты не arrival, сука. Так, хорошо, забьем на это все и просто ищем. Тедди-бир! Тедди-бир, Тедди-бир, я нашел еще одного медведя. О, чей-то орган. Ебать, какая смешная голова. Не текстурированная. Блять, да ты че? Вот, кажись, вот этот коридор, друзья, походу это он. Сука, да как ты это сделал? Да как? Вот ты, короче, долбанутый. 6 из 8. Да что ж такое, ну? Ну ладно. На этом как бы все. То и уже понятно, да, исход игры уже понятен, что там. Дособираешь, выиграл, всего-то получишь табличку You Win или You Escape. Или просто Escape. Так, ну, то есть вы сбежали или... Короче, вы поняли. Я вообще засыпаю уже под этого Слендера. Ни хрена не страшно. Так что, наверное, буду скоро проходить Arrival, потому что Outlast. После Outlast хочется еще что-то такое. Поэтому, возможно, все-таки ждите Слендер Arrival. Так что всем пока, всем спасибо. Свидос.